Привет всем! Сегодня хочу рассказать, как можно использовать в блендере Vertex Paint. То есть не обязательно к нему, к объекту применять текстуру, а можно просто покрасить вертексы, и у нас объект будет разукрашен. Давайте добавим сцену, сферу. Вот эту, допустим, покруглее. Только вот желательно, чтобы вертексов больше было. Чтобы было больше возможностей красить. Добавим еще Subdivision Surface. Применим это. И вот здесь вот. Вот здесь. Написано объект мод. Переключаемся и включаем Vertex Paint. Чтобы залить весь объект цветом каким-то, давайте вот возьму красный. Нажимаем Paint, Set Vertex Color. Все, чтобы разукрасить сразу весь объект. Так, чтобы что-то покрасить, выберем другой цвет. У нас уже brush включена, кисточка. Вот здесь вот все можно красить кисточкой. Так, это у нас блюр, то есть он размывает границы разных цветов. Это у нас что-то среднее он делает. Это сдвигает цвет в бок. Или красный сюда можно. Как в фотошопе тоже такая есть функция. Ну, допустим, при скульптинге можно сделать какой-нибудь персонаж и разукрасить его. Лицо-то тоже не одного цвета. Оно тоже разное там бывает. Где-то у носа краснее. Уши краснее, под губами там маленько синевые и так далее. Так, ну допустим, мы разукрасили наш объект. Выходим в объект мод. Оп, и видим, что у нас он не разукрашенный. Даже здесь вот, вот в этих разных, он все равно не разукрашенный, не показывает цвет Vertex Paint. Хотя у меня текстура здесь пока включена. Давайте я... Vertex, вот я включил Vertex. Начал показывать. Но, скорее всего, шейдинг. Скорее всего, вот, если мы включим этот режим, или вот этот, когда уже при рендере, все равно вертекса нету. Что же делать? Надо зайти в шейдинг, создать новый материал. Давайте обзовем его как-нибудь там. Vertex M1. И добавить в Base Color из input, вот ADD, Input и Vertex Paint ищем. Ой, Vertex Color. Добавляем его сюда. И присоединяем цвет. Все. Вот наш Vertex Paint уже закрашен. Пожалуйста, хотите рендерите. Просто если кому-то не надо делать развертку, текстуры там и так далее, это даже без разницы, есть развертка у него или нету. Ну вот у этого шарика, наверное, есть развертка. Нет, тоже нету. Ну-ка, нет, есть развертка. Ну давайте выделим одну грань. Даже я без разницы, какую развертку сделаю. Марксим, Unwrap,
Даже такую развертку сделаю, выйду, и все равно вертекс. Информация содержится в самих точках. В самих точках. В каждой точке какой цвет запоминает он. В принципе, если вы делаете в блендере какой-то мультик или сцену просто хотите отрендерить там, можно пользоваться вертексом Paint'ом. Тут он, конечно, маленько посветлее. Так. Очень удобно, в принципе. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать в этом коротком видео. Может, кому-то пригодится, понадобится. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока.